интенсивная тренировка получилась, ну, хорошая нагрузка, потому что главный тренер как бы не позволяет расслабляться. В принципе, все нормально, уже можно тренироваться, врачи дали допуск. Оказалось, что это тяжелая травма, но по факту, как бы, ну, нокаут, как бы, почувствовал себя в роли боксера, условно. Решение как бы тренера, я буду прикладывать усилия, чтобы показать свое, ну, доказать свое место в составе, и он будет решать, старт в состав, кто составляется. Поговорили, как бы указали на ошибки, которые допустили в матче, чтобы не допускали в следующем. В принципе, боевая готовность у команды, и готовы дальше набирать очки, как в предыдущих турах. Неважно, несмотря на соперника. Не надо там какие-то ограничения ставить, что это Шахтер или кто-то. Тот же Гродно, надо было, ну, как-то, наверное, готовиться еще более внимательно к ним, и чтобы ошибки не допускали на поле. А так, в принципе, как и все остальные команды, Шахтер такая же. Так что мы готовимся, как и все. Да, понятно, это чемпион, это как бы Шахтер, но мы готовы, как и к остальным матчам. Стадионов мало на стране, в принципе. Атмосфера, понятно, если бы еще заполнялся полный стадион, это было, наверное, супер. А так, ну да, есть небольшое, когда приезжали против Динамо. Ну, Динамо – это флагман футбола был, и поэтому есть. И давление всегда присутствует, когда приезжаешь на этот стадион. Ну, понятно, но в игре у кого как, оно дальше остается, не остается. Конечно, мы всегда рады большому количеству болельщиков. И рады, что они нас поддерживают, и очень нужна их поддержка нам. Поэтому зовем на матч с Шахтером и покажем свою лучшую игру.